это помидоры, я понимаю. Элитные. Да? Элитные. Видите? Вы видите, какое небо звездное? Тут прям плеяды, плеяды. 11:30 ночи. Скажите ж, лучшая диета. Ну, сколько звезд упало, столько я раз и загадывала это желание. Смотрите на это чудо. У меня выросли две тыковки. Они как с картинки. Тревогу включили. Гудит. Слышите, гудит? У нас уже вечереет. Сегодня ничего не снимала. Решила нагнать время. Чтоб идти в ногу со временем. Потому что у меня большое отставание. Мне это не нравится. Тревога сегодня, не знаю, раз пятый уже слушаем. Редька. Гляньте, какая ботва. Мы ее, кстати, обрабатывали от тли. Каким-то ядом. Антитля, что ли, какая-то. Развели на 10 литров ампула. Ну и все. Эта канистра теперь стоит полная. Зато мы побрызгали редьку. Там еще побрызгали пару кустиков помидоров. Блин, помидоры наросли красные. Может, их надо собрать все? Наверное, соберу. Пойду миску возьму. Или завтра уже. Земля мокрая, я не пойму. Чей дождь был? Ничего не пойму. Откуда здесь вода? Или не высохла еще с тех пор? Ничего не пойму. Прям мокро, как будто бы дождь час назад был. Дождя ж не было. Я ничего не пойму. Это ж не роса. По траве иду, как роса ночи. Помидоры. Смотрите, какие красивые помидоры хурма. Прям красавцы. Не дать не взять. Щавель у меня растет. Тоже не дать не взять. Он прям такой жирный, сочный. Надо как-то его в банке. Я только собираюсь. А все мне челенчи, я не знаю что. Чебанок нету. Перчики тоже, он, видите, висят. Они невзрачные, но пахнут. Выручают, если надо. Вон черики, видите, выглядывают. Черики симпатичные. Тоже сладенькие такие. Класс. Видите, россыпь травы. Это рукола. Насеялась, видите, вот сухая трава. Это рукола. Цвела. И вот насеяна. Так что будет у меня рукола. Сейчас уже для нее, по-моему, неплохая погода. Уже прохладно вечерами, ночами. Так что буду руколу есть. Эту надо повырывать уже. А это будет новенькая. А вот гляньте, какой помидор хурма. Ой, они такие классные. В этом ряду вообще помидоры супер. Ой, вот этот можно, наверное, сорвать. Вот. Красавица. Еще два. Это тоже, наверное, уже можно. Да, уже мягенький, хороший. Вот это помидоры, я понимаю. Элитные. Да? Элитные. То, что надо. Жабы прыгают вовсю. Как на болоте, да. Я не пойму, что с землей. Земля мокрая. Прям мокрая. Когда дождь был? Сегодня ж не было дождя. Да вроде не было. Может, мы что-то не знаем. Ну, может, ночью было.
Не знаю. Чудеса. Вон, вижу, помидорчик лежит. Ой, огурчик. А он еще, вижу, огурец огромный. Классный. Надо его сорвать. Вот. Вот он. Так, помидоры положу. Огурец сорву. Ого, перерос. Ай, а как же его оторвать одной рукой? Вот это огурец. Молодец. Уже темно, а я с огорода. С урожаем. Ничего не видно, конечно. Гляньте, какой огурец еще нашла. Как мы его не заметили раньше. Черики. Черики, веточки. Они такие, вон, видите, потрескались. Ливень же был, так они напитались воды. Ой, сейчас пойду поужинаю помидорами. И буду счастлива и довольна. Вот веточка симпатичная. Я их там проредила, листики оборвала лишние. Но это, конечно, элитный. Прям элитный. Как я. Я ж элитная. Эдик, я элитная? И вот элитные тоже. Класс. Пахнут. Ну и что, чериков много. Ай, кто-то кусает меня. Зато они домашние и без пестицидов. Один зеленый, не знаю, как-то упал, отпал. Я его, видимо, зацепила. Ну, пусть полежит пока что. Вот такая красота сегодня у меня. Я довольна, как слон. Там цибульку порвала. Эту, как она называется, чернушку, которая росла. Вон, видите, такая мелочь. Ай, блин, ну. Чернушку, вот такая вот она. Мелочь. Ну, мелочь, не мелочь, а пригодится. Ее можно, кстати, садить. Из нее что-то вырастет большое. Ладно. Замыкать, урод? Замыкать. Все. Спокойной ночи. Что ж ты увидишь? Ничего не увидишь. Камера плохая. Вот именно. Очень плохая. Эдик, надо мне новую камеру. Чтоб звезды снимать. Мы с Эдиком вышли смотреть звездопад. Да не видно все равно ничего. Зато слышно. Так их не слышно. Я буду стоять, пока не увижу падающую звезду и не загадаю желание. До утра не пойду домой. Ну, я несколько штук увидел, но не часто, конечно. Ой! Кто там? Не знаю. Так, короче. Тихо ночная, может. Короче, я жду. Вон, спутник полетел. Сейчас. А спутники летают, капец. Сейчас. Да. Туда-сюда шныряют во все стороны. Где спутник? Вон звезда, видишь, движется. Не-а. Где я пальцем показываю, смотри. Тут даже Млечный Путь видно. Смотри. Такое небо. Это... А, вижу, вижу. Спутник. Над нами. Интересно, он нас видит? Слышит? Это видит, но не слышит. Он нас видит? Ну, если непосредственно сюда будут направлять камеры, могут и увидеть. Вот. Ну, правда, ночью, скорее всего, вряд ли, наверное, таких объективов нет, чтобы прям ночью различал. Блин, никакого. Какое небо звездное. Вы видите? Завтра, вы видите, какое небо звездное? Тут прям плеяды, плеяды. Сегодня очень удачный день для... Да уже неделю такой, если не больше. Да, звездопад, ну, вот, уже давно. Нет, я имею в виду, что звезды видно еще и до дождя даже были. До того, что было. Угу. Вот так выходишь, небо, звезды. Ну что это такое? Да, нет, звезды нет. Никто не падает. Это специально. Это что я вышла, смотрите. Это все специально. Да, в общем, включение номер 2. Картинка не меняется, конечно.
Но я уже видела много падающих вот, звезд. Только что. Сняла? Да. Что тут видно? Ну, только что там мелькнуло. В общем, я загадываю одно и то же желание. Уже раз 10 загадала его. Ну, сколько звезд упало, столько я раз и загадывала это желание. 10 не упало. Ну, не 10, но штук, наверное, 7 точно уже пролетело. А спутников летает. Ужасно много. Он просто... Сверчки сверчат. Только что такая комета на небе пролетела. Такая яркая, такой хвост. Супер. Так чудно. Голодающая пришла после звездопада. Нарезала себе помидор, полила маслом оливковым, посыпала базиликом, какие-то 3 листа нашла в холодильнике, солькой посыпала. И сейчас мне будет так хорошо, так хорошо. В 11:30 ночи. Ну так я ж потратила много эмоций. Да? Энергии. Калории я потратила. Вот что я потратила. Надо восполнить быстренько. Порезала себе элитный помидор. Хурму. Всем приятного. О, вот так вот. Дело пошло. Хлебцы, знаете, как вкусно с помидорами такими. Лучшая диета. 11:30 ночи. Скажите ж, лучшая диета. Включили тревогу громко. Ну, включили, как обычно, просто ее сейчас очень слышно. Особенно в кухне я сидела. Прям очень слышно. Подпишитесь на канал и поставьте лайки. Лайки. Лайки.